На улице 5 сентября 2015 года в Москве празднуется День города. Мы выдаем очередной подобранный автомобиль. По критериям подбора был либо Nissan Tiida, либо Suzuki SX4. Бюджет 400 тысяч, желательно максимальная комплектация, хорошее состояние, пробег до 80 тысяч. Что касается Nissan Tiida, рассматривали от 2010 года выпуска. Подобрали личный автомобиль. Это Nissan Tiida 2011 года выпуска, максимальная комплектация, действительно. Это бесключевой доступ, климат-контроль, аудиосистема с управлением на руле. Отличное состояние в салоне автомобиля, коробка механика, пробег автомобиля 45 тысяч километров. По кузову отсутствуют окрашенные элементы, заводской окрас, литые диски. Предыдущий владелец отдал комплект зимней резины, которая сравнима состоянию с новой. Один владелец у автомобиля, обслуживание только официального дилера. Также по причине отсутствия опыта вождения по Москве у покупателя автомобиля помогли с доставкой машины из Москвы до города Королёв. По пути заехали на заправку, заправили полный бак и продолжили движение. Поздравляем с покупкой машины! Ну, мне все очень понравилось. Машину подобрали за один день, я был просто в шоке. Когда мне Ефим позвонил и сказал, что найден подходящий вариант, сразу собрался, приехал, и вот она. Прямо воплощение всех ожиданий. Как бы все в ней есть, и комплектация очень хорошая. И как бы прежний хозяин на уступки пошел, еще и резина бонусом. Прям очень хорошо. Осталось только освоить ее в деле.